Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области выявлены места хранения и реализации виноводочной продукции без соответствующей маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации. В гаражных боксах и складских помещениях наши сотрудники обнаружили свыше 26 тысяч литров спиртосодержащей жидкости в бутылках с логотипами известных марок. Следственными органами полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. На территории одного из складов оперативниками при участии Росгвардии задержаны двое граждан. Предварительное расследование продолжается.